Приветствую, друзья, дорогие друзья, на канал Baby Play. Меня зовут Владимир, и сегодня мы продолжаем прохождение игрушки под названием Surviving the Aftermath. Обновление третье. Экспедиция. Так что, друзья, всем приятного просмотра. Поехали. Итак, друзья. После последнего видео у нас тут несколько что-то изменилось вообще в нашей колонии, так говорится, да. Я построил еще один гараж. Вообще быстренько пробежимся, что я сделал. Построил дополнительные больницки, медицинские палатки, потому что у нас была эпидемия. Мы с ней очень хорошо справились. Никто не умер. Сейчас посмотрим, что там покажу по статистику, чтобы вы верили, что это так оно и есть. Я нас помощь. Радиостан, где статистика наша? Статистика. Видите, смертей ноль, да, никто у нас не умер, у нас есть, прожили мы 53 дня, то бишь, всего пришли к группе 9 групп, из этих у нас, да, мы получили и раз, два, три новых этих специалиста, они сейчас полностью работают у меня в округе, так как видите, у нас здесь чувак с пешком ходит, эта женщина тоже пока что пешком ходит, этот чувак на машине, эта женщина с этим мужичком, тоже на машине ездит у меня. Вот. И этот мужичок сейчас тоже. Он направлялся. Куда? Вот сюда. К машине. Потом поедем дальше уже открывать территорию. Что еще изменилось? Поставили мы еще. Вот. Экологическую станцию. Хранилище, чтобы очищать территорию, чтобы могли уже здесь застраивать. Сегодня мы начнем заниматься уже строительством, производством в добычу в, как говорится, в больших промышленных масштабах. Я побегал по карте, набрал науки специально для вас, друзья, не тратил их. И сейчас будем открывать. У нас достаточно много очков, то что можем даже фермерство открыть, большое поле. Потом метод бурения мы выучим тоже. Сейчас массив аккумулятор. Переработка утиля нам пока что... Утиля, то бишь нам пока что не надо. Образование, память. Идем по безопасности. Укрепленные ворота тоже можем поставить, кстати, чтобы больше информации добавили. Да? Потому что надо это... Ворота однозначно гостям и колонии за то, что люди из этого племени следует уважать группы выживших, скажут вам о себе больше, а значит вам будет проще жить, выпускать их или нет. Может, даже было добавлено что-нибудь лишнее, да. Хорошо, это понятно. Ремонт, это пока что нам не нужно, так не так уж важно сейчас. Прогноз погоды тоже нам не очень нужно. Нам нужно, вот, промышленная добыча, да, то бишь нам надо открыть все это дерево. Благо у нас достаточно очков. Отлично, значит, с пищей мы тоже можем, друзья, поработать, кстати. У нас 300, 600, 900 очков, вот будет, это воды у нас будет больше. А ну или можем... Подожди. Нет, давайте сначала по колонии. Образование нам пока что не нужно. Давай по пище побегаем. Вот здесь сделаем это, поставим вот это. Метод бурения, отлично. Как и говорил, вот еще даже приходит на образование. Отлично, школу сможем построить. Вот. Как и Биг Бэй говорил, да, мы сейчас контролируем свой приплод. То бишь, дети не рождаются, так как у нас уже мы прожили 53 дня, у нас еще не родился ни один ребенок. Это радует. Эти дети остались с групп, которые пришли к нам. Так что давайте сегодня займемся уже делом промышленным. Так что давайте сразу начнем. У нас здесь пластмасса. Очень плохо, что здесь рядом это все находится. Потому что, ну, я хотел здесь вообще как-то по-другому все это посмотреть. Здесь пластмасса, здесь железо. Ну, с одной стороны, хорошо то, что не будет это все слишком далеко. И построим, конечно, химкомбинат. Но мы торгуем. До сих пор мы торгуем еще. Мы пытаемся найти семена. Семечки, да. Мы сейчас вот торгуем с братством. Доставляем им 13 аптечки, доставляем им 48 мяска, уже из этих 48 мы добавили уже 41, то бишь мы справимся в срок, так что все будет нормально, потому что у нас еще есть целых 6 доставок, 6 дней, и это наша репутация, 658 из 1000, да, так что если, например, куда-нибудь кликнем, мы можем что-то купить, если нам нужно, но вот я ищу семена, ну нету семян, тут они хотят купить семена, но у нас таких нету, надеюсь, кто-то придет, нам скоро даст. Так, у нас вот улучшенные ворота сейчас, да, улучшенные, уже видно, что они визуально по-другому выглядят. Так, ладно, тогда, короче, сейчас ставим мы добычу. Только мы сейчас вопрос, где эта добыча у нас есть, она здесь, у нас экскаватор металла, экскаватор пластика. Даже так, да, вот, значит, сделаем так, вот так, вот так. Ну, блин. Ну, ладно, черт с ним, поставим его так. Сейчас дорогу тогда снесем здесь.
Вот здесь, и чтобы чуть переделаем, да? Лучше сюда тоже надо, вот сейчас как раз сюда и поставим. Отлично. Здесь уже не можем протащить, да? Ладно. Ну, тут можно еще так сделать. Чисто так, ради по фэншую. Так, отжимаем паузу, поехали. Включаем вторую скорость. Зверь у ворот. Что? Зверь у ворот? Что за зверь? Рога и копыта. У ворот вашей колонии бродит огромный олень-мутант. 2 метра в высоту и 4 метра в длину. Вы сразу понимаете, что он не в девушке звери, наверняка агрессивный. Ебасина, конечно, можно не рисковать и застрелить его из лука, но если удастся поймать его в ловушку, то колония будет обеспечена мясом очень надолго. 2 метра, блядь, олень-мутант. Блядь. Мясом надолго. Да застрелить оленя, нахуй. У нас мяса достаточно. Так что нам лучше не рисковать. Думаю, кого-то потеряли бы еще по-любому. А, да, кстати, мы еще построили вот ветрогенератор. Я убрал солнечные батарейки, потому что они ночью не работают, нету смысла. Построил еще одну кухню в связи с тем, что мы торгуем сейчас рационом, вот и мясным рационом. Нам надо было, чтобы наши людьки тоже что-то кушали, да? Вот. В дальнейшем я избавлюсь от маленьких полей. Это мы, я хочу сделать полностью поля, но я скорее буду здесь, потому что у нас очень много здесь плодородной земли. Так что будем здесь заниматься этим делом. Так, попутно проверяем, у нас все тут и получается, все отлично. Так, заполняются уже наши склады. Отлично, с инструментами все хорошо, с одеждой у нас тоже супер, все. Довольно много всяких ресурсов мы набрали, так что, друзья, у нас все хорошо, все отлично. Так, нужны новые источники ресурсов. Чего ты хочешь? Кого там? Что там? Почему? Зачем? Ладно, все хорошо. А, вот, вот где. Переместить рабочую зону. Давайте это переместить сюда ее. Сделаем побольше. Вот так. Даже вот так сделаем. Потому что все равно надо очищать. Мы построим. Я думаю, еще здесь пару гаражей поставлю. Еще я так думаю. Посмотрим еще. Но я думаю, что да. И так, скорее всего, будет. Так, ладно. Что-то чувачок у нас направлялся домой. Потому что он уже довольно-таки потрепанный. Женщина, ты у нас... В разведочку идешь пока что. Что у тебя здесь? Ты у нас идешь. Сколько у тебя хпшки? 40. Нет, ты не будешь. Ты идешь в машину и направляешься домой. Поехала, да? Поехала. Красава. Видите, у нас это я предлагаю, это топливо. Горючее, да? Я так предполагаю. Не точно, но это я так думаю. Так, хорошо, собираем лекарства. Ты тоже, чувачок, собирай лекарства. Йодные таблетки нам нужны. Ты у нас в машинку, из машинки ты идешь, например, сюда. Ну, ждем пока что, у нас заходов больше нету. Это убираем, чтобы нам не мозолило глаза. С едой у нас все очень просто, шикарно. Рыба, я не знаю, что они сделали с рыбой. Сейчас я проверю, потому что сейчас добывается две рыбки. Не знаю, раньше тоже добывались две. Не помню, друзья, напомните, если я ошибаюсь. Мне кажется, была одна, не помню точно. Сейчас я знаю, что вот эти, где наши, добывали по два. Сейчас они добывают три. То бишь все эти, которые добывают руками. Надеюсь, что они здесь тоже избавили, то что не будет здесь 5 единиц добываться, а будет добываться больше. Сейчас проверим. Сколько он добывает? Но он добывает 4 и 2. Подожди, я не помню, сколько было там. Пластик построен, значит ставим бетон. Ставим бетон. Бетонов... металл, металл, а не бетон. Пластик, эскалатор металла. Ну, блин. Ну ладно, черт с ним, поставим так, чтобы было здесь валяется. Потом все равно это закончится, рано или поздно мы это используем. Здесь, я думаю, будем ставить дома. Сейчас сразу, сейчас это построят, тогда у нас где-то должен быть бетонный залежи, да? Мы где-то бетон, металл, пластик. А где же наш бетон? Я же бетон тоже зачищал. А, вот бетон. Вот бетон. Сейчас построят металл, бетон. Так, специалисты готовы к работе. Хорошо, хорошо. Добыча в промышленных масштабах, как говорится. Проверить территорию. Ну, ясно. Ты у нас куда направлялся? А, ты направлялся на домой.
Так, ты у нас отсюда... Вот единственное, то, что мне нравится, то, что чувак тратит 12, то бишь своих, все свои очки, чтобы выйти из машины. Я надеюсь, что разработчики, конечно, если вы меня слушаете, подумайте над этим, чтобы хоть, может быть, одно очко тратить, а не 12. Потому что это серия-то довольно-таки много, я считаю. 12 очков тратить... О, 6 очков тратить, чтобы выйти из машины, ну... Согласитесь, это как-то... Неправильно, наверное, сказать, так сказать, да? Ладно. Склад заполнен. Так, у нас металл работает, это у нас сейчас строится. Ждем конденсаторы. Сколько они трое... А, ну, энергии они не потребляют, по большому счету, никакой. У нас получается... Или потребляют, подожди. Да, 12 энергии. Сейчас они построят, у меня не хватит энергии. Ладно, ладно, ладно. Хорошо, строим энергию. Большой ветряк. Так, построим себе большой ветряк, поставим его где-то сюда, потому что у нас здесь... Неплодородная земля. Еще один, если по идее должно залезть, да, все. Отлично, два ветряка нам полностью достаточно будет пока что на данной стадии. У нас есть в запасе электричества, будет отсюда 2000 ампер. Надеюсь, что киловатт до этого времени уже построится, пока мы достроим экскаваторы. Что за информация? Дома, я понял, отдыхает. Вот тоже могли бы здесь сделать два слота для людей, что пока один отдыхает, другой работает. Это тоже как-то, не понимаю, нелогично. А то, считай, машина стоит и нихуя ничего не происходит. Ой, ёшки-матрёшки. А у меня не хватит, да, запчастей, да? Ага. Экстрактор металла построили. У нас минус 8 энергии. И, кстати, нам сразу строим тогда. Строим. Мастерская. Вот такую мы строим. Ой, ёптать, сколько ты места занимаешь. Ёшки-матрёшки. Куда ж мне тебя забубенить такую, блин, дуру. Это очень много места. Ну, единственное, только сюда туда куда-то засунуть его. Давайте поставим сюда туда его. Вот сюда, что где-то так. Очень много места занимает. Очень много места занимает. Вообще писец. Так, тут у нас две. Блин, не хватит. Ах ты жопа. А ну, одна построится. Вот, они сейчас металл принесут. И большой ветряк построят. Так, хорошо. Вот металл принесли. Отлично, сейчас надо только построить его. У нас уходит энергия. Отсюда, да, у нас получается. Ну да, нам хватит до того времени, пока мы начнем. Пока не закончится строительство этой мельницы. Ой, мельницы, блядь, ветрогенератора. А, все, значит, то, что хотела полностью, но все. Отлично. Отличненько, замечательно. Так, ну с металлом тоже опять так же там, да? 4, 4, а, 5 и 3. Ну, так и осталось. Торговый караван выгружается. Все, мы совершили торговую сделочку. Вот семян нету, ну нигде семян нету. Ешь ты, матрешки, ну... Нам надо вот такой значок, семен, чтобы вот подсолнух появился у нас. Миш, просьба. Надо, чтобы торговали семечками, а не просьба. Так, у нас сейчас производится 22 энергии. Так, большой ветряк завершено, и это тоже завершено. 52 энергии, очень хорошо. Сейчас мы можем поставить... Так, сюда мы поставим... Что у нас? Сюда надо поставить еще одного чувачка. У нас достаточно много людей. Надо построить бетонный экскаватор, да? Потому что химзавод сейчас нету смысла строить, потому что... нету у нас семян, чтобы... сажать семена подсолнухов.
даже может был так как-то, да? Ну нет. А так? Так можно. Воу-воу-воу-воу-воу. Ах, сука, бля, какие-то паскудники, бля. Прижили крысы, крысы жрали наш этот покемон. Картошечку. Так, значит, что у нас с водой? Кстати, мы можем построить сейчас нормальную скважину. И тут неважно, где ты ставишь, она добывает 30 единиц воды. Это без разницы. Потому что глубоководная система, она добывает водичку. Идеально. Так, и сюда еще лезет. Не, нихуя не влезет, да? Ну ладно. Черт с ним. Это потом уберем и поставим еще одну. Так, с энергией, с аккумуляторами. Что у нас? У нас есть большие аккумуляторы, да? Аккумулятор батареи. Должна быть большая аккумуляторная батарея где-то, да, вот она. Мы ее поставим вот сюда. Это потом мы снесем. 10 у нас пока что хватает на все детали. Все отлично. Здесь у нас бетон и 4, хорошо. Энергии у нас достаточно. Все отлично. Это потом мы вот это уберем, все, эту гадость. Где они сейчас убирают? Они убирают сейчас здесь, да, у меня. Чтобы я мог поля засадить, да? 4, 49, ой, бля, да много очень еще здесь, да? Ну, кстати, кстати, что мы можем построить для... Что нам нужно для гаража, не помню. Где наш гараж? А, металл... Один. Два. Все. Больше гаражей строить мы не будем. Сейчас притащим дорогу. И от этой дороги мы уже будем сейчас высаживать большие поля. Большое поле. Вот такое огромное. Ёпты. А чё ты не хочешь строиться? А, понял. Один. Два. Три. Четыре. Пока что хватит. И эти поля мы сейчас сносим. Сносим эти поля. Это уничтожить. Уничтожить. Это собрать. Собрать. Сюда. Мы посадим все наши фишки. Так, что там построил? А, первый завод. Ой, не завод, это как его, гараж. Так, сюда мы сажаем кукурузу. Что, мясо? Так, стоп, друзья, я что-то не понял. Какое нахуй мясо? Сейчас, секунду, я что-то прям как-то растерялся. Могу высаживать мясо? Серьезно? Ты что, издеваешься надо мной, дружище? Что ты, блядь, куришь? Ну. Мясо добывается из верлов, который... Я что-то не въехал. Ладно. Посадим сюда арахис. Что ты... Там типа что у меня могут быть? К вашему роду пошел ученый. Да, да, конечно, берем. Это 21-13, там просто целая куча. Так, сюда мы. Воу-воу-воу-воу, что у нас с людьми так? Мало людей. В черное окошко. Так, дальше. Чисто там у нас что здесь? Кукуруза. Здесь посадим картошку. Здесь у нас арахис. И мне чисто ради интереса, мне интересно, что вот это. Какое нахуй мясо? Ну ладно, посмотрим, что это такое вообще. Это, наверное, просто какой-то баг игры, скорее всего. Так, это мы... Ну, скорее всего, это можно высаживать. Это, скорее всего, это баг. Давай картошечку.
Что-то зависло здесь все. А мне походу вся игра зависла. Да, вся игра зависла. Ешь ты матрешки. Бляха-муха. Ну как так? Ну потому что сломали мы игру. Мы посадили мясо, блядь. Куда мы могли посадить мясо вообще? О-о-о-о-о. Откинулось, да? Или нет? Нет, нихера. Ладно, друзья, переговоры. Что? О чем ты, дружище? Да, вся игра зависла. Короче, друзья, я сейчас перезапущусь и зайдем заново. Итак, друзья. Мы крашнулись, как вы помните, да? Мы крашнулись так далеко, что мы начали вообще с того, с чего я начал сейчас запись. Всему виной то, что мы могли посадить типа мясо. Ни в коем случае этого не делайте, потому что сразу зафризит игру. Сразу все это остановится. Так что я уже написал разработчикам этой проблемы. Надеюсь, что этого фиксят. Вот, это мы сейчас все собираем, убираем. Собрать. Ой. Собрать, а потом уже уничтожить. Вот, так, построили мы сейчас опять. Сейчас строим батарейки. Сейчас это все строится. Большой ветряк, все строится. Не хватало нам запчастей, да? Ну сейчас машина вот работает, она будет производить нам запчасти. Запчасти. Так, сюда мы по одному человеку можем добавить, да? Грешным делом, да? Да, еще одного. Потому что отсюда все равно сейчас те поля уничтожим, с которых они сейчас соберут все это дело. И тогда мы снесем эти поля, нам они нужны тут. Это будет дополнительное место. Вот. Такие дела. Так, что дальше? Так, это ладно, это строится. Дорога здесь строится. Скоро уже будет готово. Отлично. Ну, да, конечно, все построил, как и было до этого, как перед тем, как мы отрубились, чтобы вы не терялись, что случилось, до тех, что произошло. Вот. Так что такие вот дела. Так, перейти специалисты. Специалистов я тоже, по большому счету, уже направил, так и они направлялись домой. Кто домой, кто... Исследовать дальше. Машина сюда, это домой тоже едет, пусть ремонтируется. Нам топлива уже нету, по большому счету, этого чувачка тоже сюда. Ну, не хватит ему ходов. Этот смотрит у нас. Открывает территорию, хорошо. А ты у нас, все, у нас все, да, все использовали, все ходи, да, ходы, да, хорошо. Отлично. Так, сейчас экскаватор будет уже построен, да, отлично. 5 металла, 3 утиль сырья. Этот еще не начался строиться. Это тоже не начали строить. Хорошо, ладно. Допустим. Так, специалист уже здесь один. Так, что здесь происходит? Ну, они уже заправили, да, его заправили уже, да. Все отлично, автомобиль готов к использованию. Окей. Большой аккумулятор строительства завершено. Хорошо, это радует. Храним 5000, отлично. Дальше. Картошечку собирают, это уничтожить. Так, ядерные отходы убрали, да, хорошо, значит, так, вы убираете здесь тогда. Слушай, я хочу сейчас сюда поставить, я хочу вот такие вещи, скважины. Одну, две, три. Больше не надо. 15 металла, 4 этого, так, 5 бетона. Но с металлом это сейчас это не проблема будет. У нас будет металлическая тема, он вот сейчас будет добываться. Вот. Плюс еще добывается здесь металл, где-то далеко. Вот он добывается, да? Так что это все чики-пуки, все нормально. Так, хорошо. Блин, единственное то, что вот тут мало места, да? Ну ладно, тогда будем расширяться в эту сторону. У нас тут достаточно... Ну, блин, тоже, опять же, немного места. Ну ладно, да черт с ним, что же делать уже. Что у нас с домами? С домами у нас 8-8, 7-8, 6-6, 6-6, 6-6. Нам, по идее, бы подстроить 3 коммуналочки. Что нам для коммуналочки нужно было? Металл, опять же, нужно. Нужен металл. Ладно, подождем пока что. Это сейчас не к спеху.
Вторую скорость надо врубить, а то что-то я на первой скорости здесь работаю непонятно, как, почему. Так, сюда вообще у нас очень все хорошо. Это отлично, это радует. Это, ну, как только мы построим раз, два, три. Это три, четыре дома построим, мы тогда эти лачуги снесем. Как раз они должны влезть сюда, по идее. В этот вот это мета местечко. Какая твоя скорость добычи? Ну так себе. Я бы второго человека сюда посадил бы. Чтобы он оперировал здесь. Ладно, ну да, ладно. Разраб работает над этим, но это и это хорошо. Так, смотрим, что здесь. О, ясно. Так, хорошо. Ты, чувачок, садишься в машину, и вы едете на базу, потому что у вас топлива уже нету. По идее, должно вам хватить. Чтобы использовать все шаги, чтобы не действовал мне на нервы. Отлично, хорошо, ладно. Экстрактор бетона. Строительство завершено. Отлично. Что у нас в торговле? Может, что-то новое появилось? Может, семена у нас появились какие-то? Ну, навряд ли. Нихера у нас не появилось еще. Ну, сейчас давайте по пластику уже бейте. Что вы тут? Два металла осталось принести. Ну вот опять же, значит, с приоритетами они до сих пор еще не фурич, как полагается. Они уносят, блядь, все как полагается. Ну, вообще, не поочередно несут это все дела. Так, ладно, что у тебя здесь получается? Нету места уже рабочего, да? Вот, значит, сюда иди. Что у тебя здесь? Дом Зверлова 100% эффективность. Здесь что, дом лесничего? Ага, ясно. Окей, ладно, работает, а не работает. Значит, хорошо. Эти работают над этим. Хорошо. Странствующий торговец. У нас 20 картошечки, 10 инструментов, 15 мяса. Картошечки у нас дофига будет, так что лучше по этим. Так, 198. Но еще ничего не можем приобрести за эти очки науки. Так что подождем еще. Так, у нас есть возможность построить школу. Да? Но опять же, школу нужно... Смысл есть строить 4 ребенка? Ну, можно, конечно, построить школу. Ну, 14 металла сейчас тратить, сколько-то не олев. Четверо детей, только нет, не вижу смысла в этом. Подождем лучше пока что. Специалисты готовы к работе, хорошо. Жуков принесли. Ты иди сюда, собирай еду. Вы едьте сюда. А ты, дяденька, выходи сюда. И вот потом полутаешь это и откроешь вот эту территорию. Лады, лады. Хорошо, отлично. Так, значит, мы можем отправить экспедицию. У нас машинка уже готова, да? Потому что тупо четырехместная, нету смысла мне пока что. Ладно, пусть постоит пока что. Все ресурсы собраны. Так, есть собрано. Здесь еще есть. Ну так, что собрано? Так, это у нас... Выращивание, уничтожить. Зачем вот это? Уничтожить. Отлично. Что не хватает металла, да? Ну, как обычно. Ой, так, ладно. Маленькая бетонная груда. У них что, собрано? Ага, вот и у нас переместить рабочую зону. Отлично. Все работает, все отлично, все хорошо.
Ждем, пока у нас экскаватор застроится. У нас 17 металлов есть, а вот куда, где они, непонятно. Почему их не несут, я не вкуриваю. И тут тоже все собрал, да? Переместить рабочую зону, значит уберем, это убираем. Постепенно, понемножечку убираем все. Карта. Это отдыхает. Так. Ты все собрала, да? Молодец. Умница это. Вертолет не нужен. На машине в заправочку. А, отлично. Ты сюда. Собирай досочки. Но все остальные лечатся, да? Но этот ждет пока. Мы 4 людей засадим туда, и потом поедут они. Ну, видите, приоритет поставлены, а они шилом нахуй. Это вообще не вяжет. Вообще похер. Похи верьте вообще. Так, вот здесь трое человечков, да? Не, у нас... Не, да, трое пока что. Не, четверо. Так, мы можем всех 4 посадить. А, нет, они хилятся. Не можем всех 4 посадить. Ладно, пусть побегают пока что. Что с бетоном? Как ты добываешь мне? 7 бетона. Ну, неплохо. Здесь один металл, 12 металла и 12 металла. А здесь 2 металла. Приоритеты вообще не работают. Тупо как это все. Так, что мы еще открыли? Так, это мы уже сделали. Это у нас ворота поставлены. Школу мы не нужно сейчас нам. Химкамина тоже нам не нужно, потому что нет у нас семян. Воду мы построили. Вот это можно. Вот напорную башню. Это 6 металла. Не-не-не. С металлом сначала будем еще. Нет. Побременим олесь. Теплица это 8-5 металлов. Ну, это тоже подождет. Так что это ни к сил, ни к спеху. У нас с седой пока что вообще проблем никаких нету. Так что на этом можем не заострять внимание пока что. Так, у нас группа прибыла какая-то, да? Специалист есть? Специалиста нету. Пока игнорировать. Не будем отказывать, просто поигнорируем, пусть они уйдут. Я пока что без специалистов не беру людей, так как у нас сейчас проблемы... Не то что проблемы, дефицит малейшего металла. Лучше этим, как говорится, побременить. Отлично. Так, ну это еще женщина хилится. Пусть они идут хилиться. Как только четвером они уже выздоровят, тогда мы отправим автомобиль. Да металл принеси сюда, Лёвна. Чё вы? Звери. Двое взрослых. Отлично. Переместить рабочую зону. Ой, ёшки-матрёшки. Вы ещё дальше не могли нахуй эту поставить зону? Вот что они делают, я не понимаю. Что никуда не носится? А, ну... это говоря о приоритетах, да? Пластики уже поставил, уже когда? Прилетит хоть высокий, а смысла никакого. Так, здесь у нас все растет, все отлично. Тут тоже растет, все тоже растет. Здесь тоже все растет. Офигительно. Почему два картофеля? Почему один арахис? Ну, арахис так и так много. Пусть картофеля будет. Очень интересно, они так работают. Торговые ресурсы прибыли, они выгружаются. Хорошо. Мы получили опыт еще, да? Бенедикт нужен... Что ему нужно? Нужны мясные рационы, мы уже это сделали. Хлебушка у нас нету. Рыбку, может быть, максимум. Не, ну, это подожди, это нам, типа мы. Можем купить у них рыбки. Нам не нужна рыбка. Мучных червей нам тоже не надо. У нас 824 очка. Больше, чем достаточно, да. Куртки нам тоже не нужны. Это тоже нам не надо.
Бензин, ну, у нас тоже дофигища бензина, так что у нас ничего здесь пока что нету. Вот хлебушек можно было приобрести, ну да ладно, нам не нужно, у нас с едой, как я опять же говорил, вообще никаких проблем нету. Так, выздоровел, 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 нет, она еще выздоравливает. Ты где? Ты где? Ты где? Угу. Отлично. Ты там у нас сидишь, значит сиди еще. Мы сейчас просто делаем то, что, знаете, что мы сделаем, друзья? Мы... Они ушли, хорошо. Мы просто сейчас направим целую банду четырех. Будет там у нас будет ганговская банда, будет рубить всех пацанов, которые там находятся у нас. Ну, красных, типа. Они будут там выносить их сейчас, потому что у нас средств сейчас достаточно. Пока что этим не будем заморачивать себе голову. Подождем еще одного человечка. У нас здесь трое, да? Издевательски, блядь. Они все несут сюда. А если мы сделаем вот так? Мы если понизим низкую, вот так. И, ну, нам же сюда принесли, уже все ясно. И уже делает отлично. Ты туп. Ну, как-то нелогично, ну, нелогично это все. Хоть бы они точно не застряли, блядь, здесь. Ягодам нужен новый источник. Да, блядь, все это у меня есть уже и... Так, 2800. Отлично, отлично, отлично. Это потом мы уничтожим. Даже мы сейчас уничтожим его. Уничтожить. Этот уничтожить. Даже не электричество работает или нет? Да, он, бля, электричество работает. Ай-яй-яй. А зря. А если у нас дохнет электричество, блин? Например, магнитная буря начнется. И писец, бля, будет. А зря, наверное. Ну ладно, хрен с ним. Поставим более цистерн побольше и все. Все странно. Я не понимаю, по каким приоритетам они работают вообще. Так, автомобиль готов. Тут заболел. Так, что у нас можем? Можем посадить чувачков уже? Да. Раз. Два. Три. Четыре. Создать команду и поехали пиздить кого-то сразу же вот этих. Собрала ресики. Так, что у тебя здесь? Ну, допустим, мы сюда зайдем. Не рассчитал я что-то. Так, все. Так, что у тебя здесь? А, это машина. О, не может быть, блин, начали строить. Вы какие умницы, нахуй. Ну и тут уже строится все, да? Как это так интересно все получается у них. А что с электричеством? 28. Да, мы можем еще один металлический экскаватор построить. Это здесь у нас был, да, металл. Это что? Металл под землей, да-да-да-да. Вот именно это мы и хотим построить сейчас. У нас есть дорога. Металла у нас 23, нормально, хватит пока что-то на строительство металл экскаватора. Это, конечно, мы потом поменяем все это, чтобы поля здесь не засирать. Что получается, можно только одно поле еще сюда поставить, да, не больше.
Так, у нас 189 лекарств, 36 йодных таблеток, 33 антибиотика. Очень хорошо, очень хорошо. Ой-ой-ой, у нас сейчас энергия будет, все печально. Сейчас этот врубится и писец. Ладно, давайте построим тогда сразу еще один ветрогенератор. Ему явно не хватит металла. И запчастей. Ну, запчастей мы сейчас сделаем. Металл тоже будет. Сейчас бетон у нас есть. Довольно-таки быстро это все. Ну, 8 сейчас у нас 5000 в запасе, да. Тогда, да, 5000. Так что это будет неплохо. Будет все нормально. Так, 17 металла. Ну, вот сейчас уже гайки перенесут нам. Запчасти, как говорится, да. Конденсатор у нас тоже есть. Все у нас есть, так что все чики-пуки. Такс. Ягоды. О, воу-воу, о чем я говорил, блять, магнитная буря. Ну ладно, хуй с ним. Только упомянулся насчет магнитной бури, она тут вот как тут, блин. Так, что мы можем сделать? Мы можем сделать следующее. Сколько у нас воды? 2800. Блин. Доступны торговые пути. Продайте нам семечки, друзья, блин. И вот, да, это новый вид ресурсов. Лен, друзья. Лен. Вот, семена лена можно приобрести, да. Не знаю для чего, но это, скорее всего, вместо заменять будет ткань. Будем выращивать, и из него уже будем что-то делать в дальнейшем. Ну, я так предполагаю. 2 дня до катастрофы. Да. Ладно, с водой у нас проблем не будет. По идее, мы должны они должны перекрыть наш... Производится 165. Да, у нас будет плюсом. У нас будет плюсом. А так и знаем, что у нас две одинаковые бури не могут сразу быть, да? И буря, и засуха. Будет только засуха. О, так, тут уже все уже... Переместить рабочую зону. Отлично. Сюда, конечно, у нас вообще все очень-очень даже неплохо, как говорится, да. У нас просто 836 рыбы. Они просто рыбу добывают, не знаю, с невомерной скоростью просто, нереальной скоростью. Но это неплохо, конечно. Поймите меня правильно. С дороги мы получили новые дороги? Нет, еще дороги нам не получили, нам открыть новые дороги. Как у меня 17 металла доступного, не несет его сюда. А, несет, чувачок. 13. Склад заполнен. Нету ничего. Так, ничего нету. Добывается, все добывается. Угу. Значит, они очень быстро это все строят здесь, посмотрите, друзья. Ой, странные какие-то, блядь, как они тут работают, мне непонятно. А здесь что? А, все, строят, отлично. Давай, друзья, надо быстренько, чтобы батарейку накачать. Следующее, что мы будем заниматься, уже будем заниматься медициной. Так, баланс. Так, 280, да, хорошо. 23, так, 3000, ладно. Справимся. Ну, скоро будет 200 опять. Могли хоть бы увеличить, блин, объем хранилища с 200, не знаю, на 400, блин, канистр.
Да. Все, у нас энергия плюс 10 идет, все отлично. Супер, супер. Ну, надо сейчас только пережить бурю. Незнакомая старушка. Вы с удивлением замечаете у ворот пожилую сгробленную женщину со смоленным лицом, напоминающую грецкий орех. Никто не видел, как она пришла. Хихну, женщина говорит вам, любите загадки, когда вот вам такая. Днем спит, ночью глядит, утром умирает, другой сменяет. Что это такое? Ну это свечка, дружище. Это свечка, бабушка. Плюс 20 антибиотиков. А, отлично. Спасибо тебе, старушка. Очень хорошенькая такая, добренькая. Что у нас здесь? Пацаны, давай его рубите. Рубите этих пацанов. Открывай карту. Опаньки, отлично. Давай вырубай. Блин, с первым ударом отсюда нахуй взял, свалил всех. А тут еще женщина она сидит, смотри. Как я так ее пропустил вообще? Ну ладно. И главное только... А, это та женщина, которая там гуляет у меня. Надо ее вернуть домой, а то она, блин, уже там перегружена скоро будет. 288 досок. 237, блин, тканей. 212 металловые. Ну это вообще писец. Почему ты сюда не сохранишь это? Возможные ресурсы. Ага. Значит, мне надо склад еще построить. Ладно, подожди, допустим, мы построим еще склад. Склад. А здесь все достаточно места? Да, здесь достаточно места все. Специалисты готовы к работе. Ну хорошо. Открывай-ка территорию. Ой-ой-ой-ой-ой. Тебя 756, блядь. Ладно, иди туда. Отлично, у нас повезло. Нам повезло, вернее, у нас повезло, главное. 150 только забрал, что так мало? В машину полезешь, что я хочу. Отлично. Так, у нас пришли новые и доступны новые торговые пути. Хорошо, сейчас проверим. Ну, походу, больше ягод нет, да? Все собрали то, что возможно было, да? А, вот еще. Остались кропали. Что здесь? Добывается... И здесь сейчас будет добываться. Переместить рабочую зону вот сюда. Отлично. Так, что я хотел сейчас сделать? Мне надо было что-то еще сделать. Что-то я хотел сделать и забыл, что я хотел сделать. Вообще отлично. Супер. Да. Так, что здесь? Леса. Переместить рабочую зону. Вот сюда. Что-то мне надо было... Что-то я хотел сделать. Блять, забыл. Твою дивизию. Очень интересно. А, проверить вот эти вещи. Вот. Добывается еще. Что с пластмассой? Почему пластмасса так медленно добывается? Можем его вырубить. Пауза. 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 Почему ты качаешь? Это...
Остановлено. Минус 60. Да ладно, что тут уже? Останавливать. Быстрее закончится, быстрее... Обесточится, быстрее увидим, что нам... Воу-воу-воу. Ремонт. Ученые. 10 курток? Блять, у нас курток просто... Может, жопа полная, нам бери куртки, кушай. Ой, кушай, блядь. Ну, сейчас у нас энергия закончится. Так, что мы можем открыть, кстати? У нас 820 очков. Гастрономия, пекарня, мельница. У нас нету семян, пока что нет смысла. Колония, память. Можно это поставить, чтобы памятник поставить. Комфортное жилье нам не нужно пока что. Ремонт. Ремонтная мастерская, ну так себе. Прогноз погоды. Ой, прогноз погоды. Но это опять же, это энергия. Давайте, значит, сначала с ремонта, потому что нам нужен мигпункт. И до мигпункта дойдем. Это уже будет, наверное, скорее. В следующей серии будем заниматься мигпунктом. Сейчас. Бум! Критическое повреждение, ремонт, срочно! Давай ремонтировать, алло. Он сейчас сломается. А, не, фу, слава тебе, Господи. Успели вовремя. Знаете что, друзья, нам надо построить сюда ремонтную мастерскую, значит, так, где наша ремонтная мастерская? Ремонтная мастерская. Ой-ё! Срочно! Чинить! Сука, не успеет. Не успеет. Приоритет высокий. Успели? Да, фу. Ты чё, ты там горишь, нахуй? Что ты лезешь туда, дурак? Уйди туда. Вот дурень. Он работает, похуй. Горим, пиздец, вообще нас. Вообще параллельно чуваку на. Такой писец. Ну что, друзья, пережили мы бурю, посмотрим, что у нас, какие последствия у нас здесь. Ничего особенного такого с нами не случилось, только повредили строение. Хорошо, ничего не просрали, по большому счету, да? Все отлично, все работает, сейчас чинит. Все у нас здесь, да? Отлично. Доступны новые торговые пути. Ну дайте семена, ёб твою дивизию, ну. Консервы, картошка. Максимус, нам нужно ваши эти. Так, хорошо, ладно, так. Будем концентрировать рабочую зону на этом месте. Если надо будет когда там в дальнейшем надо перекинуть, это не проблема, перекинем сразу же, без проблем. Так. Отлично, отличненько, отличненько. Тут одного человечка пока что посадим. Нам больше сюда не надо принести рабочую зону. Вот сюда, можем увеличить зону? Нет, не можем. Вот сюда. Окей, друзья, ну что ж, говорит, на этом, я думаю, сегодня мы закончим. Я в офлайне еще побегаю по карте, поищу ресурсики, поищу науку. И чтобы уже вам дать как-нибудь еще в дополнение, уже скоро уже почти что все дерево откроем. Так что большое вам спасибо, друзья, за вашу поддержку, за ваши лайкосики, подписочку. Вот, и ваши советы и комментарии. Так что, если что, если есть какие-то советы, опять же, повторяюсь, оставляйте комменты, обязательно прочту, приму к сведению. А на этом сюда сегодня закончим, друзья. И всего вам доброго, друзья. Пока-пока.